Здравия желаю. Итак, по той же схеме разработан мини-генератор. То есть схема та же, но напряжение подается не 220, что позволяет создать большую инерцию, а подается 24 вольта. То есть применять для походов, где в палатках там живут, на рыбалке, на охоте и так далее. А он не тяжелый, это можно даже облегчить, в коробочку поместить, вот это. Еще будет к нему инвертор, надо не мощный, там на 50 ватт инвертор маленький есть, автомобильный. Две батарейки на 50 ватт. То есть не хватает для сбора инвертор сюда и две батарейки на 50 ватт. На вход и выход, плюс преобразователь. Преобразователь уже скоро поступит. Повышающий преобразователь. Повышает, значит, с 1 вольта до 32, как надо, чтобы выставить. Для зарядки смартфонов, телефонов, для освещения и так далее. То есть 20 ватт выходная мощность в час. Сейчас мы его опробуем, чтобы вы увидели. А еще реле применяется. Без реле он работать не будет, как уже объяснял. Но здесь только поставил одна десятая секунды работает, 2 десятых нет. Здесь не хватает инерции, так как обороты низкие, поэтому это применяется только для мелких нужд. Вот видите, лампочка загорается. Лампочка на 102 ватта. Такой выход означает 19, сейчас скажу точно. 19,8 ватт выходит. Вот. Но она маленькая, это на 102 ватта, она даже на 2 вольта, на 2,16 вольта туда работает. Это у ней выход 19,8, то есть до 20 ватт. Вот такая схема. Работает тихо, бесшумно. По весу легкая, так что может применяться. Так, а теперь мы отключим. Отключаем. А, да. Да вы не верите, что есть прерыв. Сейчас посмотрите. Видите, лампочка мигает. То есть от того же розетки записано. То есть обрыв есть, но здесь никак не ставится. Ничего не снижается. А теперь рассмотрим схему и параметры. Сейчас зарисую, чтобы было понятно. Можете сами изготовлять. Ничего сложного нету. Для походов, для рыбалки. Так. Итак, рисуем двигатель, мотор,
Вау. Маленький моторчик. Генератор. 50 ватт. 50 ваттный. Но при таких оборотах он выдает только 20. То есть меньше в 2 раза. 50 ватт ему нужно больше оборота. Так. Лем, Рон. Ноль одна десятая включен, включено питание, 0,2 выключено. Здесь будет батарея на 24 вольта вместо вот этого питания. Батарея на 24 вольта. Так, далее. Здесь будет инвертор. Вот этого у меня еще нет. Инвертор маленький. Ватт на 50 вполне хватит. 50 ватт. На 24 вольта. Автомобильный. Так. Здесь будет выход. Преобразователь энергии. С 1 вольта до 32. То есть вы можете будет подкручивать, здесь будет винт. Есть. У меня придет скоро, я покажу, соберу. Винт подкручивать больше, меньше. И на что на питание вам. В данном моменте у нас лампочка на 102 ватта. На 102 ватта. Но работает она не на полную, на 2,2 вольта. То есть 19,8 вольта. Потребление 19,6 сети выходит. А тут работает она 3 раза. Это один раз работает, берет 19,6. В это время она успевает поработать 3 раза. То есть первый раз совместно, с этим сразу же она выдает 19,8. Сразу выдает. Далее. Второй раз выдает 19,8, пока это стоит. То есть работа в инерцию. И третий раз 19,8, пока это стоит, то есть работа в инерцию. Итого, как видите, 19,8 помножим на 3, 59,4, а по счетчику потребляет всего 19,6, разделить на 19,6. КПД системы 303%. КПД 303%. Но здесь КПД и не возьмешь больше, так как разгона нет, поэтому это применяется, я говорю, для зарядки телефона, для света, для мелких, короче, работ. То есть выходной мощность 20 ватт в час.